Время 6 утра. Двигаем мы в очередной раз в область на рыбалку. И вот, друзья, очередная рыбалка у нас на Обском море. Опять рыбачим на поставки. Как ставили, я не стал снимать. Сейчас едем первый раз проверять. Вон там, если вдалеке видите, вон там он стоит, буй белый. Около него мы их и ставили. Сейчас поближе подойдем, потом включусь и уже будем смотреть, поймали мы что-нибудь или нет. Вот. Подошли к первым поставочкам, пока наблюдаю только 4 штуки. Будем проверять. Опа! Что-то есть вроде. Дергается. Тихо. Да, леска тонкая. Руки соскальзывают. Так. Тихо, ты, Дима, отпустишь. О! Вот она. Вот такой вот, друзья, первый судачок за сегодня. Вот такая вот, друзья, нехитрая снасть. Грузила. Поводочек сантиметров 40. Крючок. И выше еще один поводок. Садим маля. Этого надо переводить. Так вот. Насаживаем маля. И отправляем все это дело обратно. Поплавочек, оп. Как вы видите, все очень гениально и просто. Опа. Следующий пустой. Все съедено до нас. Рыбы нет. Садим опять живца и отправляем на место. Подходим к следующему. Скорее всего, на нижнем. Ушел. Только что поймался. Вот, друзья, экстремальный заезд. Начался дождь. Куда мы идем, там вообще, вон, как видите, полоса ливень фигачит. В общем, погода меняется. Сейчас поедем, проверим поставки и оставим их до прекращения дождя. Сейчас время 7 вечера. Скорее всего, поедем проверять уже завтра утром. Ну или как дождь закончится. Дождик. А мы проверяем поставки. Ага. А там вон третий еще. А вон еще два рядом. Что-то их вместе посносило, раскидывали по-другому. Что-то тяжеловато идет. Но не дергается. Пусто. Что, все на месте, да? Вот так вот, друзья. Уже хрен знает, сколько поставков проверили. Ни одного судачка. Вот мы сейчас идем на фарватере, тут глубина где-то около 30 метров. Залип груз. Что это,
Ну вот этот что-то тяжело идет. Опять. Может кажется, ну прям руку режет леска. Есть, походу, кто-то. Да нет, дергает. Я говорю, руку аж с руки выдергивает. Верхний витек. Нет, нижний, но верхний зацепился. Вот он. Вот, друзья. И опять. Такая вот красота. Сейчас мы, ребята, уже ставим подставки конкретно на ночь. Утром будем проверять только. Во-первых, и погода, во-вторых, время. На глубину посмотри еще пока. Не жалею, что живу я часто, как придется. Да только верю, что когда-нибудь в один из дней все вернется. Обязательно опять. Ну вот, друзья, и подошла к концу наша очередная рыбалка. Как вы видите, погода испортилась. Потихоньку собираемся домой. Судачка маленько наловили, вы видели. Так что все классно. Ну, в общем, вот он наш улов.